первых минут было понятно, что игра зависела от нюансов. Нюансы в этой игре были стандарты, они их лучше использовали. У нас во втором тайме добавили чуть агрессивности, чуть-чуть освежили фланги. Ну, были штрафные, как все видели, но мяч залетал сегодня в наши ворота. Ребята понимают, что впереди еще осталась последняя игра в этом году. И сказали, что все штрафные должны залетать уже в следующей игре. Ворота Шарак, по-моему, Шарак. Խաղի առաջին օրերից պարզել արդեն, որ խաղը բաղկացած է նյուանսներից, իսկ նյուանսները շատ ստանդարտ էին։ Եղան դուգանայիններ, սակայն գնդակը հակառակորդի մոտ էր։ Մենք ևս մեկ խաղ ունենք և հուսով ենք, որ այդ դուգանայինները հոգուտ մեզ կլինեն։ Վաղը միրձոյան սպորտալեն, պարոն Ֆայզուլին, ձեր կարծիքով հաշիվը համապատասխանում է խաղի ընթացքին։ Հաշիվը համապատասխանում է այսօրվա խաղի ընթացքին։ Как вы думаете, счёт соответствует игре сегодняшней? Я же ещё раз сказал, игра зависит от нюансов. И на этом поле нюансы зависело по первому тайму, видно было, от стандартов. Они забили, мы не использовали. Поэтому здесь говорит, что счёт по игре не по игре. Счёт какой есть, такой есть. Հաշիվը այն է, ինչ կա, նորից եմ կրկնում, որ խաղը բաղկացած էր նյուանսներից, և նրանք կարողացան օգտագործել դա։